Ага, вот эти два стоят. Там они, он еще не трогает, показывает поворот. Он показывает поворот, пускай едет. Показывает поворот, да, показывает. Легче сырай. Значит, Настю в больницу пока не взяли, да? Нет, после праздника, естественно. Да, на праздник, что? Хотя процедуры, если надо делать какие-то, можно. Ну, ей что-то, может быть, дома они сами делают еще. Но какие-то она принимает, там, препараты, там, что-то такое. Вот, а ну, да, вот да. Эти вот все, переливание крови, там, химиотерапию. О, не выдержала, блин, душа. Ага, ну, не что, вовремя. Блин? Пересек сплошную. Рычок. Вот здесь бы мог бы, да? Тут и встречные были. Сейчас, может, автобус остановится, и погнали бы, нет, и тогда не давай. Нет. Ну, не остановился, и все, и будешь. Сейчас он наверху будет обгонять, он поторопится. Он тебя упирался, а что-то... Ну, а что упираться? Рискованно он проехал, потому что перед машины были на встрече. Нет, успеть-то он успевал, только он передо мной больно, как говорится. Хоть у меня дистанция приличная, я просто, чтобы на тебя этот дизель, блин. Не коптил, поэтому а я от него. Нюхает, он ну едет. Вот, пускай нюхает ему. Может ему интересно. Кайф. Да. Помню же, как этот юмористический рассказ-то был. Я помню, как раньше зеленая дорога. Да. И какой-то поганый коронавирус. Не, ну, сказали, в Украине тоже память чтут и нет, победу ну, понятно, помнят многие. Нет, понятно, моя. Многие, конечно. Потому у них, потому что деды и прадеды, блин, воевали. У них ордена их остались, медали, блин, да. Фотографии, блин, все это. Вот. А теперь они вроде как враги получаются. Да. Как это так? Вот смотри. Да я вижу. Ну видишь, он там все перед ним стебается. Так по сплошной пошел, хоть бы что. Че? Шибко торопится. Этот, видишь, едет медленно. Там еще что-то впереди, он по-моему, идет. Обгонять. Там еще что-то идет. А чего обгонять-то? Я могу его обогнать, конечно, вот сейчас. Пока есть. Ну давай, 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 давай. Давай, а нет, не пойду я уже на было. Чего? Ну потому что вон, близко, близко не да. Хочу я форсировать. Чего я буду форсировать? Уже близко, перед ними получится совсем. Зачем? Он едет медленно, но не получится все. Да не так уж и медленно. Нет, обойти можно было. Нужно было на пониженную сначала переключиться это и форсировать. Было... Ну а зачем? Носом, да. Мы и так идем под 70. Вот 60 километров он идет. Идет. Зачем мы будем тут? Тем более, что там впереди машина. Зачем переносы будут у них? Вот именно. Ерзать. Людей нервировать. Едем и едем. Хорошо, едем. Остановится, нет, вон, видишь, он останавливается к тому же. Вон, молодец какой, он заранее пошел.